Дорогие друзья, печальную новость сообщил известный российский телеведущий Андрей Малахов. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости каждое утро. Мы благодарны вам, друзья, за вашу поддержку нашего канала. Сегодня рано утром весь российский шоу-бизнес заговорил об ужасной трагедии. Оказывается, вчера в 10 часов вечера в одну из больниц города Москвы бригадой скорой помощи был доставлен известный российский певец и музыкант Леонид Агутин. У него серьезные телесные повреждения. Сообщается о том, что он был найден избитым на автостоянке возле своего автомобиля. На данный момент этим вопросом занимаются сотрудники полиции. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Самим артистам пока поговорить не удается. Родственники сообщают о том, что он отказывается разговаривать с прессой. Ищем подробности, друзья, от врачей, которые оказывают помощь Леониду Агутину. Оставайтесь с нами, друзья, смотрите наши новости на нашем канале. Мы будем следить за данным происшествием и уже обо всем расскажем более подробнее в новом выпуске.